окошечко и очень много неизвестного для волонтера. Весь день сегодня у хозяйки домашнего мини-приюта «Девять жизней» в беготне. Неистово уставала волонтер Влада. Утро ветклиника. На обработке завезла малую на передержку. Дальше закупка корма, доставка его же в приют. Уборка без воды, кормежка толпы. Обратно на передержку лечить, кормить капы. Вот, собственно, сидим, капаемся. Честно говоря, не понимаем, что мы лечим. Ситуация очень интересная. Месяц назад у мелкой начались перемены в поведении. Одним утром смотрит девушка, у нее вся шерсть дыбом и глаза перебуганные. Бояться всех и всего начала. Резко плохой аппетит. Видит что-то не то. Но потом спустя время и сама Влада заболела в тот момент. Тогда троих котят возили в больницу знакомый таксист. Двоим тогда сделали анализы, а Кутузкову снова неудачно подшили глаз. В общем, все вы знаете эту историю. По анализам у нее ничего страшного тогда не было. Хотя 3 дня мы капались, а потом еще 2 дня сидели под ванной в образе. Вышло вроде ничего, но аппетит по-прежнему плохой. Потом наблюдаем картину, что при прикосновениях ей болезненно в области холки. Даже сложно колоть было витамины. Состояние затравленного зверька. Сидит в своей переноске или кошачьем домике и только ночью в туалет выходила. Волонтер не врач, и иногда самостоятельно не ставила диагнозы своим животным. Но каким-то чутьем ей подсказала, что здесь затронута невралгия. Еще момент интересный. Лежит в квартире место... Лежит, извиняюсь, место откоса в квартире, который в побелке. Опять же, понимает волонтер, кальция не хватает в организме. Созвонились с Милей Евгеньевной, чтобы рассчитать дозировку кальция, и параллельно рассказала, как мы сегодня съездили на сдачу анализов и что по итогу. Перед этим вели разговоры, что может быть в данном случае с кошкой. Опять же, вернусь к тому разговору, то, что все настолько непонятно, как и было. Анализы в целом не критичны, но проблема так и не выявлена. И тут Миля Евгеньевна вспоминает случай с бывшей ветклиники «Четыре лапы», где волонтеры дружно все лечились. Тогда еще Алексей Алексеевич проводил случай, что мать-кошка могла переболеть панликопенией. И на генном уровне у подростка спустя время эта болячка могла выявляться при снижении иммунитета. Опять же, неврологической форме. Вот в голове подобное не укладывается, сколько занимается Влада животными, а сколько всего еще неизвестного познает. На данный момент мы капаемся, колем ремколитин, катазал, цефурус. Завтра уже прибывшим кальций. Девочка сильно похудела, она просто тает, как уголек. Дай бог, обойдет стороной, и организм у нее справится.